А вот украинские фермеры получат 1 000 000 000 000 гривен в следующем году. Их предусмотрят в госбюджете 2018. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме по децентрализации в Тернопольской области. По словам премьера, это решение стимулирует экономику Украины. В селах появятся рабочие места, а фермерам будет выгодно не только выращивать, но и перерабатывать сельхозкультуры. Также Гройсман подчеркнул, что аграрный комплекс сегодня формирует 12% ВВП страны. Якщо ми правильно почнемо це використовувати, ми в середньостроковій перспективі, я вважаю, що в межах 10 років будемо економічно сильною державою, українці будуть жити довше, якісніше і заможніше.